Приветствую! Я ведущая и тренер обучающего интернет-проекта «Ветер перемен» Елена Литвиненко. И хотела бы вас пригласить на предстоящий мастер-класс по составлению и навыкам для произнесения поздравительной речи. Потому что мы с вами вошли в тот самый замечательный период, когда мы все находимся в преддверии праздника. Ваша поздравительная речь, она может не только доставить удовольствие и приятнейшие минуты для тех, кого вы поздравляете, но может стать и трамплином для вас в новом году. Потому что в ответ вы получите благодарность, уважение, приятие, симпатию, ну, в конце концов, заявите о себе в новом качестве. Как человек, который не боится произносить речи, более того, который может зажечь своей речью, повести за собой, вызвать определенные чувства и вдохновить. Праздник, конечно, несет нам много приятностей, но в итоге торт будет съеден, шампанское выпито, подарок, ну, к примеру, износится, а навык, который вы получите в преддверии праздника, он останется с вами навсегда. И вы потом всегда сможете его снова применить для своих новых поздравительных речей. Поэтому жду вас на мастер-классе. Не прощаюсь, до встречи в эфире!